Финансовую пирамиду на местном уровне пытался создать 33-летний мазырянин. Мужчина приходил к индивидуальному предпринимателю или в магазин, выбирал товар в рассрочку, вносил первоначальный взнос и был таков. Продав впоследствии покупку, отправлялся за следующей. Таким нехитрым способом за 3 года умудрился оформить 9 мошеннических сделок и заработать порядка 100 миллионов неденоминированных рублей. Период времени с 2012 по 2015 года с целью завладения имуществом и наживы, заключая договора с физическими и юридическими лицами, внося первоначальные взносы по данным договорам, завладевал имуществом, после чего распоряжался им по своему усмотрению. Сегодня предприимчивый мазырянин находится под следствием и всеми силами пытается возместить ущерб пострадавшим. В его отношении возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Максимальная санкция – 7 лет лишения свободы. Екатерина Юрченко, Илона Шавловская, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».